Слепой музыкант. Глава 7. Краткое содержание. Эвелина с Петром поженились и ждали прибавления в семействе. Когда же у них родился сын, молодой отец испытал необыкновенную радость. Правда, первые дни он был очень взволнован. Петр ужасно боялся, что его ребенок родится слепым. Эта мысль постоянно мучила его, не давала покоя. Когда же доктор внимательно осмотрел малыша и сообщил Петру, что его сын родился зрячим, наш герой на какое-то время как бы переместился в иную реальность. Он сказал матери и Максиму, что видел их, а также этот мир, такой прекрасный и неповторимый. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.